Друзья, привет! Актер из Казахстана стал лучшим актером в Каннах. Казахстанский актер Еркебулан Даиров победил в номинации «Лучший азиатский актер» на кинофестивале World Film Festival в Каннах. Он получил награду за исполнение роли в фильме «Подсолнух». И, между прочим, режиссер фильма «Подсолнух» Эльмира Гильман, тоже из Казахстана. Хочу немного рассказать вам про этот фестиваль, на котором Еркебулан получил свою награду. Ведь я уверен, все знают Каннский фестиваль, а вот что такое World Film Festival в Каннах, мало кто знает. Итак, миссия этого фестиваля — это подсветить новые лица, новое поколение и новые таланты среди тех, кто снимает кино. В жюри находится 7 членов из разных индустрий. Это индустрия кино, индустрия музыки и разные артисты и деятели культуры, которые никак не связаны друг с другом. Они проводят ежемесячные и ежегодные соревнования и разбираются в самых разных жанрах, начиная от документальных и заканчивая короткометражными фильмами. А что касается фильма «Подсолнух», то по сюжету фильма 14-летний Амир прячется в своем игровом виртуальном мире от всех проблем, которые встречаются ему в жизни, в школе и домашние проблемы. И вот в этом виртуальном мире там все понятно и легко, в отличие от реальной жизни. Однако конфликты, которые происходят у него в семье, которые происходят у него в школе, они приводят к бунту. Кстати, Еркебулан — это очень хороший актер, и не зря он получил свою награду, ведь я уверен, что вы, наверное, могли знать его по таким картинам, как «Томми Рис», «Амре», «Дорога к матери». И он настоящий профессионал, поэтому я надеюсь, что в будущем его ждет и вручение Каннской ветви на большом фестивале. Кстати, друзья, я сейчас готовлю для вас небольшой сюрприз об индустрии кино, и напишите в комментариях, если вам интересно эта сфера. Я знаю, что у нас огромное количество друзей из Казахстана. Я уверен, что и вам, и нашим зрителям с других стран будет очень интересно узнать о успехах казахов в кино. Друзья, у меня на этом все. Скоро увидимся. Всем пока!